Я здесь ничего не вижу. Готовы? Да. Флэш. Лево, лево. Давай, давай. Все, туда. Туда, Гарик. Готовы? Да. Цель! Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Упал! Филовайте! Упал! Цель! Ба-ба-ба-ба-ба! Упал! Чисто! Держу! Тяжело. Понимаете работу? Как я вас заслонял до переходов. Да это всего. Ну, переход это понятно. Да. Я вам на открытие зверов тоже я вам закрывал сразу ближе на земле, чтобы все закрыть. Да, да. А потом, если я узнал локализация угроза, да. Я не входил, только вас закрыл щитом и дал вам локализация, где есть угроза. Отстреляли, команда упал. В этих временах я пошел дальше на первую угрозу, где я нашел. Остальное мне нужно закрывать на угоре. Все будете комнаты делать за использованием щита. То нужно на танту дать одного прикрыть. Ему нужно давать быстро команду поддержка. И человек, который вшел у вас последний в помещение, который вас контролирует, видит, что есть нормально, посмотрите на него, он сам сразу команда щит. Понимаете, чтобы щит вышел, и за щитом он идет уже первым. Это можно так делать, первую дверь защищать, потом вторую, да? Переход, короче. Нужно. Ну, да. Так... Если у вас один щит, да. Ничего не сделаем. Ребята, это не быстрая работа. Готов. Все бывает. Это готов. Не освобождение заложников. Время не важно. Важно ваша безопасность. Пошли. Готов. Две двери закрыты. Пошли. Последнее место. Последнее место. Здесь еще. Понимаешь? Два. Три. Флэш! Все слева. Флэш! Да-да-да-да-да! Шит! Ты за ним уже первый идешь. Давай-давай за ним. Нужно его повсюду охранять. У нас приоритет. Хорошо, хорошо. Флэш! Флэш! 3, 15. Цель! Держу! Давай, за минус! Короткий пистолет двери! Пистолет! Работаем, работаем! Цель! Два! Чисто! Выход! Да, нормально. Понимаешь, в чем дело? Уже все поменилось. Если была авария у человека за щитом, нужно быстро заполнять. А нет, здесь только на короткий пистолет быстро приходить.